Что ты там хотел? Ничего, уже все. А, рюкзак женщины? Уже все. А у вас рюкзак смотрел сейчас, да? Нет? Я кроссовку поставил сюда. А, не хочу. Вот и все. Вот так, не хочу. Что за Нормально обращайся, если что-то хочешь. И все. По-человечески. Я тебе сказал, сумку поставил. Что? Я тебе сказал, не хочу, спасибо. Почему? Потому что не хочу. Я тебе вообще не запущу сюда. Да, конечно, попробуй еще. Не запустить меня. А ты кто такой, чтобы не запустить? Гражданин я. Ну и что, я тоже. Ну и что, ну и я тоже. Тебе попросил, ну, попросил, сюда. Я тебе вежливо отказал, все. И нормально общаюсь. Ну, нормально. Все, что это за Что за Как я хочу, я так буду общаться. А, ну и все, я тогда как хочу, так давай, и буду общаться. Я тебе вежливо сказал, все. И не буду я никогда сумку здесь ставить. И ты меня запустишь хорошо. Всегда, понятно? Заходи. Не надо ходить. Зайди. Ну давай. Хорошо. Вот, зашел. Ты подожди тут. Видишь? Ты подожди. Что? Ты подожди тут, я сейчас подойду. Добро? Зачем? Ты подожди тут, я подойду. Где? Вот тут. Зачем? Нет, ты же. Чем мне тебя ждать? Подожди. Вот нет, что мне тебя ждать? Скажи мне. Что будет-то? Ничего ты расскажи, будет. Я тебе просто говорю, что ты нормально общался. Я не хочу класть сумку. Все, я тебе сказал, спасибо, не хочу. Все, что за Не надо я просто хочу. След мне. Я понимаешь? Хочу так. Ну, не надо так, я тебе говорю, это некультурно, невежливо, понимаешь? Почему? Ну, потому что по законам вежливости, там, культуры, нет, понимаешь? Такое. Я тебе попросил, чтобы туда да. поставил. Я а сказал, что не нет, поставил? Спасибо. Ну, понимаешь? Почему? Ну, не хочу, ну, потому что неудобно мне, ну, понимаешь? Ну, если я каждый раз буду сумку ставить, это время терять, понимаешь? Я ничего не краду, понятно, у тебя есть камеры, тут есть куча камер, да, правильно? Ну. У тебя есть коллеги твои, которые сейчас смотрят эти камеры, наверняка, вот правильно? Вот. И все. Вот этого где-то там сидит на улице, потом что? Не понимаю тебя про улицу. Ну, в общем, есть технические средства, которыми вы пользуетесь все равно. Если даже кто-то у вас что-то украдет, и у вас не будет этого на камерах, вы это никогда не докажете. Поэтому вот эти сумки, это просто, знаешь, дрочите народ и все. Не надо просто так делать. Тебе вежливо отказали, ладно, там, ты попросил, я бы согласился, окей. Но это моя добрая воля, понимаешь? Ну, вот, не надо мне след, хочет, мне не нравится. Ну, понимаешь, ну, ты все равно ж не докажешь, допустим, если у тебя, у вас же камеры есть, правильно? Ну. Они ж не просто так деньги на них потрачены, они поставлены, ими надо пользоваться, правильно? Понятно, если тут кто-то будет схватит и убегает, понятно, ты его задержишь. Ты же чоп, да, правильно? С лицензией все нормально, я надеюсь, да? Ну, да. Ну, вот, вот и все. Я ж не залетал, ничего не схватил, не пытался ничего ограбить. Ладно, давай удачи. Повежливо к людям обращайся. Ну ладно, я надеюсь, ты меня услышал. Давай.